Еще раз. Итак, дамы и господа, всем приветик. Ну, что так вяло? А ну еще раз, приветик! Отлично, отлично. Мне, пожалуйста, нужно добровольцы из зала, все, кто сидят здесь в этом зале. Я бы хотел услышать добрые, теплые слова в адрес юбилея у Минаюки, замечательного домашнего фестивальчика. И вот такие вот замечательные браслетики из бисера с названием у Минаюки я вам подарю. Поэтому давайте, кто самое такое няшное пожелание, самое такое доброе, милое, теплое пожелает. Нет, Кот, ты всегда желаешь самого доброго для своего фестиваля, поэтому нет. Кто хочет пожелать хорошие слова, гудки красивые, добрые, теплые, светлые? Кто, кто? Ну, давайте, чтобы все как язык произносили. Маты не употреблять. Мартини. Маты, говорю, мне матюкаться. Ну, кто хочет сказать теплые слова? Мне, в адрес, ребята, ну. Слышишь? Если один раз ты, вот давай ты. Теплые, хорошие слова, вот ты получишь. Не только мне вообще. Я хочу пожелать фестивалю «Минаюки», потому что еще... А он как процвел? Процвел это еще больше. В общем, мы считаем с девчонками, что это как самый теплый, он домашний. И мне тоже хочется остаться таким же, потому что приезжать к вам это удовольствие. И ребята, вы самые лучшие, ты тоже самый классный. Все, спасибочки. Кто еще хочет сказать теплые слова для у Минаюки? Они просто говорить не могут после прошлой ночи уже вообще. Язык не ворат. Желаю вам просто хорошего. Язык не поворат. Желаю нашему любимому Минаюки продолжать расти, развиваться, море ковая, вагон няшности, кучу сладенького. Вот. Боюсь, не унесем. Нет, сладенькая в организме выделяет эндорфин гормон счастья, чтобы наша панночка была всегда счастливая. И жирная. Не надо, Попкин, твое поздравление. Я только добавляю, добавляю. И всего-всего самого хорошего, но мы немного займас. Аплодисменты, а мы немного займас. Спасибо, спасибо, очень приятно. Кто еще желает? Вот я вижу, парень первый подбежал, так что... Облом. Да я же... Потом. Так, я уже сколько лет здесь? Езжу, приезжаю... Четыре. Четыре. Да, мне первый не попал. Так вот, ребят, приезжайте, как... У меня руки трусятся. Ночь. Ребят, приезжайте каждый год на Минаюки. Классный фестиваль, очень теплые отношения ко всем. Всем желаю приезжать дальше. Я волнуюсь, Ко. Ну что, деточка, ты моя маленькая. Так, надо помочь. А, ну давай, тут больше всех видно, не приставай. Тут зрители. Ладно. Всем удачи. Давайте. Тупо разберемся. Да, спасибо. Про мейнстрим. Ну что ж, ребята, сейчас немножечко отдыхаем и не стесняемся заказывать в этом замечательном заведении выпивку и вообще соки, всего-всего-всего вкусненького. Ведь действительно цены не кусаются, я вот, допустим, уже выпил за чужой счет, поэтому... Так обычно и происходит. Да, конечно. Отдыхаем, готовимся к мума про моему уме помрачительному дню. Да, но память вернулась, но речь не очень. Да.